Друзья, всем привет, всем доброго добра. Всех с 1 апреля. Приближается день нашего выезда до охоты. Ну а пока новости с дивана о гусиной охоте 2024. Значит, Юра, кум у меня, вернулся с друзьями, с батей, вернулись домой. Охота была, процесс был, результата не было. С гусем все очень сложно. В тех местах, где из года в год была успешная охота по гусю, очень сложная дорожная обстановка, проходимость по полю, по полям, по грейдерам, по дорогам очень тяжелая, бездорожье лютое. Как Юра говорил, что это на памяти такое бездорожье у него в первый раз, когда машина греется, когда пахнет паленым сцеплением, тяжело очень пробираться, где-то на горизонте увидели, пробраться не смогли, пешком тоже тяжело забрасываться по няшу, скажем так. В общем, охота была слабенькая, ребята тоже стояли на севере, на другой стороне Волги, в принципе, поохотились, гусь был контактный. Это вот по той информации, которая у меня есть, не буду называть географию точечно и людей, которые охотились. Но информация проверена, то есть ребята успешно поохотились, добыли. Это в Волгограде, в Саратове на открытие тоже плохо. То же самое, как и на Волгограде на севере, на этом берегу Волги. И впереди у нас еще открытие Саратова юга. Там, по предварительной информации, в ряде районов есть гусь. Ну, тут секретничать как бы смысла нет. Балаково, оно, Балаковский район, он как бы район массового скопления перед, в период миграции гуся. Наблюдается там массовое скопление. Район кукурузный, гусь там хорошо нагуливает жирок, отсиживается, кормится, но... Соответственно, желающих его добыть там еще больше, скажем так. Сколько мы там не охотились, у нас нам постоянно мешали, скажем так. Сложно было найти такое место укромное, где тебе никто не мешает. Ребята охотятся сейчас. Есть новости с Брянщины. В Брянской области хорошо гуся пришло, и в принципе по всему этому направлению, по белорусской ветке пролета, не по калмыцкой, а по белорусской, там прямо очень хорошо с гусем. Смоленщина родная, там гусь в достатке, как на западе области, так и на севере области, вернее на востоке области. Вот, это наш район, Сычевский, Гагаринский. Там хорошее скопление гусей, но там тоже большое количество желающих. И в открытии там очень плотности огня, тавтология. В Монастырском районе, в том числе в Ельнинском районе, сейчас очень много стали обрабатывать, распахивать поля. И хорошее скопление птицы наблюдается. Но это опять же все граница с Белоруссией, оттуда та ветка пролета. В Псковской области были замечены. Да уж что говорить, уже в Вологде ребята присылали видео с гусем. Уже и в Вологде долетел. Так что, в принципе, эта ветка пролета, она идет. Она результативная. Можно ожидать, по моему предварительному прогнозу, то, что все должно сложиться в елочку. Ждем только открытия, ждем 20-х чисел и будем уже настраиваться на выезд. Вещи собраны, прицепы готовы, настроение вроде как тоже положительное. Вот, еще понаблюдаем, будем на связи с Юрой, конечно, он будет открываться на юге Саратова, возможно, там сможет раздобыть. Я уверен, что он сможет, лишь бы только по бездорожью подветрило, подсушило чуть-чуть земельку. Очень много воды, очень сложное, лютое бездорожье. Ну, Рязанщина в любом случае хорошо должна отохотиться. Это наша ветка, как бы белорусская. И шанс хороших охот велик. В том числе, как и Московская область, это Волоколамск. То направление западное, оно очень результативное будет. Ну, в том числе и южное направление, это
разливы Москва-реки. Здесь гусек тоже будет в количестве. Уверен, что хорошие охоты будут. Ну, не, планы какие у нас? Мы готовимся, как обычно, тренируемся. Сегодня, наверное, еще будет очередная тренировочка с манками у нас. Вечерком сходим, поманим в парк, возьмем уточку, поманим. Уже селезня стали появляться у нас на прудах. Готовимся, возможно, сделаем выезд на следующей неделе на открытие Владимирской области по селезню. Послушаем натяги, поставим вальшнапа, посмотрим места под предстоящее открытие. Возможно, что на один денек у меня получится выбраться туда. У меня у дочки день рождения. Обычно день рождения я встречаю в полях, но в этом году решили, что не будем до такой степени рваться в поля, поэтому обойдемся одной утрянкой, вечеркой и домой на семейный праздник. Ну и в перспективе, конечно, это Вологодская область. Там мы будем практически все праздники колесить по всей Вологодщине, искать, где есть птицы, где нет людей, где максимально комфортно можно поохотиться и получить от этого процесса удовольствие. Ну, в общем, как бы такие планчики. Посмотрим, что из них выйдет. Либо все были живы, здоровы, чего и вам желаю. Те, кто впервые на канале, подписывайтесь обязательно. Буду по максимуму выкладывать информацию с охоты на гуся в этом сезоне. Ну и далее по охоте, по водоплавающей. И будет в описании ссылочка на мой телеграм-канал. Там постоянно идет общение по охоте на водоплавающую, по птице, по наличию мест и так далее, по подманиванию. Там вы можете задать напрямую мне вопросы, где я вам смогу сразу же дать на них ответ. Ну, в общем, готовимся. Всех с 1 апреля, понедельник. Через недельку еще сделаю одно видео, где расскажу, как ситуация на сегодняшний день с гуськом. Ну, а вам ни пуха, ни пера. Всем доброго добра. Пока!